Всем привет, это ИСИКАС, мы ведем репортаж из Вены. Сейчас мы встречаемся с Аминатой из Латвии. Амината, как у тебя дела, как прошла репетиция? И скажи, пожалуйста, может быть, произошли какие-то изменения по сравнению с первой репетицией? Здравствуйте, репетиция прошла замечательно, все было очень хорошо, и звук, и свет, и сцена. Все очень на высоком уровне. Изменения? Нет, больших изменений не было. Может быть, только в моем внешнем виде чуть-чуть. Да, можно спросить. Ну, вот такие. Появились татуировки. И такое же будет на финале. Извиняюсь, на полуфинале. Ну, может, и на финале. Ну, мы вот решим, посмотрим, как это в кадре выглядит, и решим. Интересно выглядит, да, мне понравилось. Скажи, пожалуйста, кого ты считаешь своим самым главным конкурентом на Евровидении этого года? Ну, во-первых, мне бы вообще не хотелось называть кого-то конкурентом, потому что, мне кажется, когда я вообще познакомилась со всеми участниками, я поняла просто, что все талантливы, все хорошо поют. И мне бы хотелось их называть участниками, и я просто тоже участник. Но мне больше всех по душе певец из Австралии и группа из Австрии. Вот. Хорошее у тебя такое замечание по поводу участников, мне тоже понравилось. А скажи, в Вене ты чем-то занималась, куда-то ходила, видела что-то? Да, да, помимо репетиции у нас был тур по реке Дунай на кораблике. Это было в первый день, когда мы приехали. Потом на следующий день мы сходили на концерт Венского оркестра филармонии, и он был очень замечательный. Это было в замке Шонбрун. Интересно. И такой напоследок вопрос именно для твоих поклонников. Будешь ли ты посещать Евроклуб, какие-то вечеринки, где тебя могут услышать вживую, посмотреть на тебя как-то? Если я узнаю, где они происходят, то я обязательно приду. Ты еще не знаешь? Какая досада, надо обязательно тебя проинформировать. Проинформируйте. Хорошо, спасибо большое. И напоследок, не могла бы ты исполнить немножечко, маленький кусочек из своей песни, либо из песни, которая тебе очень нравится? На твое усмотрение. Мы можем спеть Love Injected, первый, ну, припев, да? Или любую песню какую-то. Абсолютно, на твое усмотрение, что тебе больше. Love Injected? Var jau jau kādu, bet es nezinu. Paņemēt, jā, vienu piedzēdām. Jā. Your love revives my soul. Спасибо большое, мне очень приятно было познакомиться с тобой, и надо обязательно узнать про вечеринки. Спасибо. Все, спасибо. Увидимся. Пока.